Более 2 часов музыкального наслаждения органом и арфой. В римско-католическом костеле Тамбова прошел концерт духовной музыки. И если органное исполнение уже стало традиционным, то арфа в наш город приехала впервые. Виртуозность игры солистки симфонического оркестра Юрия Башмета «Новая Россия» увидела наш корреспондент Людмила Войтович. Исполнители католический храм встречают полным приходом. Публика уже успела полюбить органистку Татьяну Андрианову. Она в Тамбове выступает не первый раз. Но вот в паре с лучшей арфисткой России они впервые. Слушатели в ожидании. Очень теплый город. Я всегда с удовольствием сюда приезжаю. И я знаю, что у меня нет жестких рамок программных. Я могу, в принципе, привозить все, что мне нравится. То, что я сама люблю играть. Могу компоновать программу так, как мне хочется. В программе концерта Татьяна ориентируется на интересное исполнение. Органистка знает, что тамбовчане – давние поклонники Рахманинова, но он, к сожалению, Татьяны не написал концерта для органа. В ее исполнении публика услышала известные шедевры Иоганна Себастьяна Баха и произведения других западноевропейских композиторов. В католическом храме сегодня аншлаг. Гости впервые услышат арфу. 2,5 года организаторы вели переговоры, чтобы арфа наконец приехала в Тамбов. От звучания арфы публика ожидает немало сюрпризов. Да, да, я приготовила ее сюрприз. Я так понимаю, что орган здесь частый гость, и публика уже весьма искушенная, уже знает, что можно ждать от органа. Но сегодня в концерте принимает участие не обычная арфа, а барочная или кельтская арфа. И она маленькая, выглядит очень необычно, и этот инструмент сегодня покажет, на что он способен. Помимо популярных классических произведений, арфистка исполнила и ирландскую народную музыку, и даже латиноамериканскую. Не все сегодня смогли уместиться в храме. Яков с братиком остались наслаждаться музыкой в фойе. Они не успели купить билеты, но все же решили прийти. Не так давно побывали на органном концерте в Питере. Там первый раз я был, вот, мне очень зацепило, и я узнал о том, что здесь тоже есть в Тамбове католический костел, и захотелось посетить здесь концерт органный. Если сравнивать с Питером? Ну, там, конечно же, побольше акустика, сам храм побольше, и, в принципе, ну, здесь тоже неплохо, я доволен. До позднего вечера своды храма наполняли звуки арфы и органа, а в публике воспитывали вкус к возвышенной музыке. Людмила Войтович, Илья Демин, Анна Мусатова, область новостей.